Почему в сетевых магазинах региона на прилавках почти нет продукции местного товаропроизводителя? Куда идти за самой дешевой рыбой? В пятницу прошло очередное заседание оперативного штаба по мониторингу цен на продовольственном рынке области. Как доложил начальник департамента экономического развития и торговли Михаил Казаков, больше всего выросла цена на подсолнечное масло. На рынках оно стоит более 70 рублей. Минимальная цена в сетевых магазинах – 66 рублей. Стоит отметить, что подорожание масла объясняет отчасти тем, что это товар биржевой, товар торгуется в валюте. И, естественно, девальвация рубля, которая произошла в августе, начале сентября, она оказала свое влияние на данный вид продукции. На прошлом заседании штаба говорили об ожидаемом повышении цен на рыбу. Прогнозы не подтвердились. В региональных сетях отмечено снижение стоимости рыбной продукции. В поисках самого выгодного варианта ивановцам стоит идти на рынки. Наиболее доступная соленая рыба там от 114 рублей за килограмм, копченая от 170. Жители региона не могли не заметить повышение цен на яйца. Этот вопрос прокомментировала директор Кинешемской птицефабрики. Повышение, вернее, цен на яйцо именно связано с сезоном. Цена будет немного расти еще. Нам, конечно, хочется побольше, чтобы она росла, как производителям. Но, тем не менее, резко она расти не должна. Подскочили цены на импортируемые фрукты и овощи. Зато вовсю идет реализация урожая овощей местного товаропроизводителя. Завершена в области уборка овощей. И сейчас идет реализация капусты от 8 до 12 рублей за килограмм, картофель от 9 до 12 и морковь от 13 до 16 рублей за килограмм. Обсудили вопрос о падении доли местной продукции на прилавках. Во многих региональных сетях она составляет порядка 35% от общего количества представленных товаров, а в федеральных и того меньше. Решение проблемы ищут уже давно, но пока безуспешно. Полина Поносицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.